Дарити посуддівські трійці всім своїм жіночим арсеналом чарівності готова ось ця зваблива білявка. Привет, меня зовут Ольга. Я из города Донецка. Вообще я работаю как модель. Ну, сегодня я буду петь специально для шоу «Украина. Мой талант». Надеюсь, вам понравится. Секретами підкорення шоу-бізнесу Оля за роки роботи під світлом софітів оволоділа досконало. Все буде залежати від того, як я вигляжу, да, і наскільки мене буде хотіти, да, роботодателі. Да. Лично нічого не повинно бути, как бы, щоб ти розділа, щоб не стыдно було в будь-який момент роздіятися, так сказати, на всім, завжди підтримувати форму. Ну, я такая, как бы, спонтанная бываю, очень решительная. То есть я хочу, как бы, у меня все получится, поэтому... Будет сцена скользкая, не знаете? Да, чуть-чуть скользкая, да? Скользковато. То есть поэтому надо быть осторожнее. Да, надо быть осторожнее. Олечка, у тебя такой костюм интересный. Платьечко. Это платьечко? Да, это платьечко. Я думала, что ты быстро так бежала, что ты в рубашечке к нам прибежала. Нет, это платьечко, оно такое своеобразное, легкое. Ох, зараз наші судді, особливо частина їх, особливо чоловіча частина їх, зараз потішиться. Оксана! Ну що ж, давай тоді настроїлась, розслабилась. Вперед. Так. Все? Так, що ще нет? Ще нет? Ще нет? Время! Все, да? Вроде все. Точно? Да. Да бог с ним, с номерочком. Что же делать? Как же... Ты его так вынеси, так покажи, потом... И что, положить потом? Ну а что делать? Тихо, аларм! Стоять! О, боже! Оля, Оля, быстро все поправляй! Я, смотри, я просто закрыла тебя грудью. Слушай, они что-то там, у них все нормально, да? Они нашли вообще язык. Ты тут не трогай ничего, не поправляй, я тебя прошу. Ладно? Ты меня поняла? Все, там руками не трогать. Пошли. Все? Лебеди красиво. Здравствуйте. Здравствуйте. Уже оцінюємо? Що? Уже оцінюємо, чи ви будете щось ще показувати? Ні, ще буде. Все впереді. Так, секундочку, ви будете зараз який свій талант показувати? Ну, зараз вокал. Пісня групи Viagra. Стоп, стоп, стоп. Музику давайте, ну. Стоп! Стоп!
зайві, в принципі, в цьому випадку. Ти танці любиш? Прекрасно. Прекрасно. І все. Оля. У вас есть талант. Есть талант не попадать даже в бэк-вокал, который прописан в вашей фонограмме. Это катастрофа. Ну, не считаю, что прям настолько катастрофа. А как бы ты сама описала свое выступление? Что ты испытываешь? Где ты ошиблась? Что помешало? Я просто от такой реакции неадекватной, поэтому... Оль, голосувати чи... Голосуйте, що? Нет. Оль, нет. Сьогодні я згоден зі Славою і Владом. Угу. Три ні. Оля не приховує образи. Кутюр'є в чергу по неї вишиковується. Що ж цим трьом не до вподоби? Три, ні, я не ожидала. Ну там, несколько, но не все три, как бы, конечно, очень обидно.